Итак, всем привет, с вами Дудка, мы продолжаем играть за левый гоминдан в Кайзеррайх. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем освобождать Азию. И Индия, да, она нам объявила войну, но скоро уже она об этом пожалеет. Поехали. Смотрите, мы можем получить какой-то динамический модификатор. Давайте попробуем, посмотрим, что это нам даст. Чуть забавно, но там не то чтобы сильные какие-то супер были бафы. Тем не менее, можно взять. И продолжаем дальше душить ее Индию по логистике, скоро будет очень все плохо. И также вот этими вот войсками готовимся отбивать вот эти все территории, которые у нас захватывали европейские державы. И сейчас Япония хочет их к себе переманить, захватить, но не получится. А так у нас тут какие-то были найдены какие-то коррупционные схемки. И можно сказать, что это внутренние вопросы, или можно прям хорошенько разобраться. Конечно, мы будем хорошо разбираться. Мы должны бороться с коррупцией на корню. А вот мы доходим до суперинтересного бафа. Еще 10 атаки, 1 000 000 варсаппорта. Он, видимо, чуть-чуть скейлится как-то от популярности партии или от чего, я не уверен. Ну и получим такой, да. У нас всегда будет сотка, я думаю. Ну и плюс атака, это самое главное. И вон дополнительный еще фактор организации и мэнпауэра. Ну и варсаппорт у нас падает не будет, хотя, блин, с такими бафами особо и без разницы. Ну и что, мы достаточно их поддушили. Я думаю, можно начинать наступление. В этот раз, я думаю, он останавливаться не будет. Огромная просто атака. Сейчас еще и советник поставится, еще больше будет множитель. Здесь тоже все прекрасно. Авиация наша шикарно работает. Теперь, я думаю, мы останавливаться не будем. В прошлый раз все-таки смогли они нас остановить. Потом еще атаками потеряли где-то 2 миллиончика. Но теперь все. И вот они, мечты исполняются. Наконец. Ой, смотрите-ка, в школах у нас теперь продвигают наши революционные националистические ценности. Так что они завтра будут офицерами революции. Все верно. Главное здесь вот не допустить тузового обхода. И интернационал, к сожалению, действительно пал. Не увидим мы этой вот красивой красной Европы. Но мы можем, по крайней мере, попозже отомстить, если получится. Ну и надо инвестировать в Россию, чтобы она смогла подольше держать Германию. Посмотрим. И в Тихом океане началась война между Америкой и Японией. Как раз таки потому, что Америка вступила в Рейхспакт. Ну что ж, пускай воюют. Единственный вопрос, что там кто может сделать. Я думаю, на самом деле, вряд ли кто-то реально что-то может сделать. Только если я внезапно сделаю флот и там уничтожу Японию. Что, кстати говоря, возможно, потому что я уже начал качать здесь фокусы. У нас, более того, какой-то захваченный флот имеется. Я сейчас скачаю здесь, как вы можете видеть, генерала потихоньку. Начинаем мы с этим работать. Единственное, подлодки, наверное, остановим, чтобы наш генерал, адмирал, случайно не прокачал этот вот перк на подлодке. Он потом будет только мешать. В общем, качаемся и может... Я думаю, сможем даже высадиться на сами японские берега. Покажем японцам, что они не в безопасности за своими кораблями. И восстановилась, в общем-то, Британия. Другой вопрос, что теперь они будут делать? Останутся ли они в мире с Германией? Или внезапно ребята тут захотят получить свои территории обратно, потому что они там могут. Другой вопрос, что они могут сюда пойти, кто знает. И да, они все еще к 45-му не исследовали вот эту вот теху. Странно. О, вот Непал капнул. Первая страна поехала. Мы тут, кстати говоря, раз подбиваем, я думаю, Индию. И там у нас на севере, если что, не хватало припасов. У нас здесь ЖД не было построено. Сейчас я эту проблему решил. Должно стать чуть-чуть получше. Сейчас ребята все здесь доготовятся. Здесь у нас на юге все закрыто. И будем потихоньку сейчас добивать вообще Индию. И Япония, кстати говоря, добила вот здесь вот все порты. Порты, не знаю. Что на самом деле для нас хорошо, мы сможем это в теории украсть Японию, хотя на самом деле вряд ли. Если она добьет Австралазию, кстати говоря, она сможет, скорее всего, даже замириться. Что нам тоже будет выгодно, тогда заберет здесь все, и мы уже заберем все от нее. И я только что видел 2500, ну-ка. Так, да, 2500 софт-атаки у пехоты. Конечно, в защите, но все равно. Ну что, мы готовы к финальному наступлению, а значит нажимаем взлом и нажимаем галочку атаки. Где-то, конечно, все сразу не идеально, но все равно наша пехота, там 2000 атаки было в атаке, просто перемалывает
Абсолютно вражеские дивизии, да, настолько мы уже сильны, настолько у нас здесь много средств, здесь 10 атаки, сейчас здесь будет, ну, я думаю, достаточно скоро 10 атаки. У нас еще от государства здесь куча атаки. Разведочка, опыт, невероятно. Еще Air Support иногда делает, и вот 3000 атаки в атаке непосредственно. 790% у нас умножается, 350 наша base value. Безумно. И мы можем сделать Dockyard Construction Speed плюс 150% на год. Я думаю, мы это делаем, и я, конечно, сделаю синтетику, чтобы резину нашу, собственно, производить и топливо. Но я думаю, да, мы сейчас Dockyard все настроим и сделаем флот, которого будут бояться везде. И мы, кстати говоря, получили еще адмиралов от, я так понял, фокусов. Что не так плохо, хотя, ну, прям шикарных среди них, конечно, нету. Я бы сказал, вообще достаточно грустно все. Но что поделать. Ну и да, мы 14 докьярдов, ну, одну каждые 2 недели выпускаем. Прелесть. Где-то чуть подольше. Тем не менее, мы сейчас такой флот отстроим шикарный. По крайней мере, докьярдов точно будет у нас очень много. Тут еще есть разные скидочки, видите. На постройку. У нас потом еще вот здесь вот есть тоже скидочка на постройку лайт-хулов. То есть мы легкие крейсеры будем иметь по скидке 25%. Уф. Это просто, можно сказать. Здесь, конечно, есть чуть-чуть посильнее, на видимость минус, но как бы фишка в том, что 20% скидка, ну 25, это слишком сильно. Особенно учитывая то, что нам надо делать флот быстро. Это немножко останавливаю наступление, чтобы авиацию поперемещать и планирование заново набрать, но можно уже продолжать. И да, мы, видите, морские технологии здесь потихоньку сейчас все нужно добиваем. СО есть, радар есть, сейчас выйдем. Средние орудия, торпеды, кстати, вот еще, возможно, исследуем и будем строить наши легкие крейсеры мечты. Ну и примерно 7 миллионов. Ну, если подобивать котлы, то точно будет 7, а я думаю, может еще и больше. Погибло индусов в их непонятной войне, когда мы могли вообще быть друзьями. Непонятно, зачем они так сделали, но нам-то что? Нам сделали так сделали. Че уже пухтеть-то? Мы просто будем справляться с тем, что у нас есть. И вот оно, Индия капнула, дает еще нам кучу своих винтовок. Конечно, они не очень, но на гарнизоны пойдут. И прекрасно, мы соединили. Здесь почти что территория, остается лишь Бутаном здесь заняться. А эта армия, я думаю, будет сейчас работать с Сиамом. Это, смотрите, у меня здесь генерал 10-10, здесь тоже 10-4-9-10, господи. Китайские генералы, это, конечно, просто нечто. И ладно, на самом деле это не работает на крейсеры, это все-таки лайтхалл, это не прикрытие именно как здесь. Здесь скрины, лайт-крейсеры считают скринами, но не считаются малыми этими. В принципе, логично. Так что мы возьмем вот эту вот 15% скидку в итоге. А здесь, я думаю, увидим все-таки в 10 видимости, потому что 10 видимости это сильнее, чем 5 продакшн коста. Это, я думаю, почти наверняка. Ну и доисследуем здесь потихоньку все. Пока что мы только создали себе так называемые, я их назвал радарами, потому что мы их полностью поставили на обнаружение. Для нас будут находить вражеские флоты. Построим пока что их, пока у нас ничего больше другого нету на постройку. А потом уже, конечно, боевой флот будет. Ну и, конечно, потом мы их поапгрейдим. Пока что, ну, не сильно в этом смысла много. И, пожалуй, демобилизуем нашу экономику, раз мы прямо сейчас воевать не будем. А еще вкладываемся в сталь, потому что стали нам будет очень не хватать. Мы и так уже все исследования на плюс ресурсы получили, но у нас все еще есть вот такая вот беда. Мы отдаем очень много промышленности, ну именно гражданской. Непонятно куда, и по-моему это все еще работает, даже несмотря на то, что они захвачены. И мы отдаем 60% ресурсов на рынок, это очень много. Как только мы с этим справимся, будет все, в общем-то, намного лучше. И КБ у нас на батон готов, давайте его все-таки заберем, чтобы не было чего-то непонятного посередине нас. Ну и вот у нас сразу и готово. И мы создаем синосферу, наш собственный альянс теперь уже, чтобы он красиво светился на карте. И здесь давайте двойного назначения делаем дополнительной рутиной и просто их прокачиваем. Наши крейсеры будут непобедимы. Ой, у нас смотрите, какой есть баф. Больше никаких унижений. И 5% скидочка на все. И где-то даже на 10. И 15% аутпута заводов и как раз-таки наших прекрасных верфей, господи. Мы сейчас будем просто как оладушки их печь.
Нужно только вот этот вот дизайн доделать и, в принципе, ну, его чуть-чуть еще улучшать, когда у нас все появится. И это будет очень страшно. Ну и да, на все это производство нужно немножко стали нам еще дополнительной. Самую малость. Да, просто взяли за год, сделали 100 себе морских вот этих вот верфей. Прелесть. Ну и с нашим новым флотом давайте теперь договариваться о возвращении территории. Флота, конечно, еще мы не построили. Но наш текущий вообще не такой плохой, честно говоря. Он что-то да сможет против ботов. Ну и, в принципе, наш новый будет готов очень быстро, как видите, уже в августе. Там, конечно, не супер их много, но все еще много. И у нас из-за того, что мы этот получили баф себе на производительность, у нас немножко, собственно говоря, эта самая производительность упала, потому что у нас ресурсы пропали. У нас нет в мире столько ресурсов, сколько Китай хочет потратить на свой флот. Но мы потратим. Ну и давайте также освободим Тайвань, потому что я вижу, что так как те ребята вообще капнули, у нас, в принципе, не у кого просить. Я так понимаю, ну, типа того. И либо они должны не существовать. Короче, почему-то такого еще нету варианта у нас. Ну ладно, мы, кстати, исследуем, да, возможности высадиться, нам это потом поможет. И параллельно много чего вообще исследуем. Сейчас сделаем фокус на Тайване и будем возвращать. Я думаю, сразу Японию заставим полностью капитулировать. Они все-таки не захотели нам сразу защитить Тайвань. Это была плохая идея. И мы можем сделать еще, кстати говоря, фанатичный милитаризм, но он так будет нам помогать против Германии и всяких ее ребят. Но все еще это можно взять и даст еще на 10% manpower. Забавно. Ну что, я считаю, мы полностью готовы возвращать наши территории. Япония, давай-ка обратно. И сразу давайте-ка еще вот так вот сделаем, здесь поможем им. Британия нет, от нас ничего не получит. Сразу все города мы забираем себе. Экспедиционной силы, пожалуй, нет. Да, все, мы теперь здесь забрали. Как ты там оказался? Хороший вопрос. Сразу же продвигаемся теперь сюда. Здесь немножечко модифицируем приказ, чтобы эти ребята стали получше. Пока там не было войны, этого сделать нельзя было нормально. Теперь можно. Прелесть. И там уже Америка высаживается, черт возьми. Вы воспользовались моментом. Чертовы американцы. Мы их тоже отсюда выбьем потом, я думаю. Сняться не будем. И давайте, ну мы готовим еще выставку. Мы еще прямо сейчас не готовы. И вот у нас готовится последний день. Там еще дивизии, две добегают, сейчас они добегут. Хотя, в принципе, я думаю, мы готовы уже въехать. Стоит только помочь авиации. Что с нашими ресурсами делать несложно, нужно только туда побольше именно отправить. У нас ничего не стояло туда до этого. И вот отсюда почему-то они не хотят долетать. Ну, долетят, ничего. И выставка проходит, вроде как нормально. Есть, конечно, небольшие проблемы с тем, что мы высаживаемся не в порту, а около него. Но это умеренные проблемы. Мы, как бы, видите, наоборот, успешно забираем все. И сразу авиация еще не работала, в этом тоже была микропроблема. Порт взят. Прекрасно. А там тем временем капитсян. По факту нам нужен в основном только ради Варскора. Там еще и Сингапур, но это Германия он дается. Германия мы тут тоже займемся обязательно. А еще мы также нажимаем дешифрование. И теперь, думаю, точно добьем. И вот оно, падение Токио. Наконец-таки. Мы, я бы сказал, полностью отомстили Японии за унижение, которое они нам причиняли все это время. То, что они забрали наш Тайвань, нашу Маньчжурию, Корею. Выхватили из их вот рук корейцев. Но теперь все здесь закончилось. И все еще вот эти города мы не можем забирать. Это, конечно, отвратительно. Я понятия не имею, на каких основаниях мы их заново, снова и снова возвращаем. Да, мы их считаем своими. Могли бы сказать, нет, наши. Хотите забрать? Ну, идите, забирайте. И то же самое вот здесь вот происходит. Ну, ладно. А вот он, смотрите-ка. Если они соглашаются, то мы их аннексируем. Если нет, то война. Ну, я готов к войне. А также мы получили японский флот. Состав нашего, теперь он может войти. Флот неплохой. Все еще, конечно, скорее всего, слабее американского. Я в этом почти не сомневаюсь. Но он есть. Также мы получили, конечно, и флот
получается Сиама, я полагаю. Давайте немножко его потренируем. Нам нужно так. И да, наконец-таки это завершилось. Тогда давайте-ка, что мы делаем? А, нам тут сразу предлагают атаковать Германию. Да, давайте. И мы наконец избавились от этих отвратительных договоров. Можем немножечко открыть свою экономику попозже. Но пока что как-то вот так. И да, мы все еще покупаем огромное количество ресурсов, но хотя бы нам хватает теперь с покупкой. До этого даже с покупкой не хватало. Тут еще, конечно, дебаф на ТНП этот висит. Скоро он пройдет, станет еще лучше. Мы можем попросить вернуть нам города. Да, мы обязательно просим. Здесь мы, конечно же, создаем новые территории и выделяем здесь, конечно же, Японию. Война с Филиппинами, кстати говоря, и Инсунди все еще продолжается. И немцы говорят нет, Португалия говорит нет. Но это вы зря. Ой, мы теперь можем решить судьбу семьи. Они покидают Японию. А еще мы готовы бить войну Трансмуру, и давайте так и сделаем, поможем России тут, чтобы ей было проще воевать с Германией, с которой мы тоже скоро будем воевать. Ой, мы заодно можем готовить войны освободительные против соседних стран, а вот Афганистан, да, можно его освободить. А вот такая Пенсилидия, но мы здесь имеем 0 в Аскор, так что мы ничего с нее собрать не сможем. Вот Филиппины мне хотелось бы капнуть самому, поэтому давайте, наверное, чем-то займемся здесь. Ну что, давайте уже в следующей серии добьем мы Филиппины и у Германии вернем свои территории, плюс, я думаю, да, освободим, в принципе, Азию. Осталось здесь совсем немножко. Но с вами был DubGay, обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твиттер, скрутбусти, все в описании и до скорых встреч. Всем пока.